Охранник идет, тихо. Если вас заметили, прячьтесь в тени, что... Еле успел. Помните, как-то давно я проходил игру на FFG TV Stickman Побег из тюрьмы? Прыгаем, ребята, берем ключ. Отлично, дверь открыта, мы выходим из тюрьмы и попадаем в рекламную паузу. Так вот, вышла новая игра, где теперь мне тоже предстоит сбежать из тюрьмы, но в этот раз мне как-то предстоит побывать в роли утки. Утку посадили в тюрьму. Вот, кстати, моя утка. Утка, горилла и, по-моему, олень, если я не ошибаюсь, решили ограбить банк. Что происходит? И так получилось, что они сидят в других тюрьмах, а я вот в роли утки должен попытаться их спасти и сам сбежать. Да, сегодня я играю игру, похожую на Stickman Побега из тюрьмы, но теперь я в роли утки. Ребята, давайте попробуем с вами сбежать. Смотри, я тут собираю деньги. Собирай эти пачки, деньги, которые спрятаны на уровне. И побежали с тобой дальше из тюрьмы. Это первая комната, первый побег. Мой закончился довольно-таки хорошо, поэтому поставьте лайк. И мы продолжаем дальше. Итак, вторая комната. Смотри, я вижу, тут уже электричество охранники поставили. Давай здесь где-то обрубим электричество. Вот рычаг. Все, отлично, мы его выключили. Это довольно-таки легко и просто. И мы со второй тюрьмы, со второй комнаты тоже с вами сбежали. Зашибисеньки. Опа-ля, опаньки, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А тут уже посерьезнее что-то. Я сама серьезность. Так, что я обрубил? Я обрубил там электричество. Ага, вот здесь, смотри, надо обрубить электричество. Так, и вот здесь обрубить электричество. У меня есть двойной прыжок, что очень круто. Смотри, видишь, я могу два раза прыгать. Оп, оп, оп. Ну все, короче, ребят. Ну тут тоже три было электричества, нормально справились. Третья тюрьма, третий побег, все отлично. Вы не забудьте поставить лайк и подписаться. А у нас тем временем охранник первый. Не шумим. Охранник, у него на лбу фонарик. Так, спрятаться в тени. А, смотри, там у него тень, я могу прятаться. Точнёшенький. Так, сейчас, погоди. Тихо, он там. Давай, уходи. Есть. Тихо-тихо-тихо. Я спрятался, тихо-тихо. Сейчас он пробежит. Что мне там сделать надо? Не шумим. Там какая-то кнопка. Быстрей. Что я взял? А, я взял какую-то карточку. Бегом! Ага, вот карточка от этой двери. Всем привет, сегодня у нас будет полный туториал, как открыть дверь. Открыли, есть, ключ от... Это ключ был. И я совершаю побег с четвертой тюрьмы, с четвертой комнаты. Отлично. Утка бежит из тюрьмы. Вы вообще могли бы себе когда-нибудь это представить в жизни? Я лично нет. О, господи. Что тебе надо? Кто это придумал? Тот, кто это сотворил. Святые люди. Пятая комната, ребята. Тут уже все серьезнее. Почему тут все серьезнее? Потому что уже, смотрите, камера появилась, которая будет следить за мной. И мне тут нужно куча ключей. Так, давай вот сюда. Смотри, я взял ключ. Так, там камера. Давай, отворачивайся, камера. Ну а что она не отворачивается? А, ее надо, видать, как-то выключить, что ли? Блин, меня током шандарахнуло. Капец, как больно. Вот вам и человек-одуванчик. Смотри, я тут беру ключ. А, наверное, идти надо обратно. Открываю это. Да, смотри, отлично. Вырубаю тут какое-то электричество. То я вырубил, ребята. Я вырубил электричество камеры. Отлично, супер. Я беру деньжата. Так, тут еще какой-то рычаг, дергаю. Ага, я обрубил здесь. Если вас заметили и подняли тревогу, спрячьтесь в тени, чтобы снизить уровень розыска. Еле успел. Тихо-тихо-тихо, передвигаемся. Спокойно, спокойно, утка. Так, я взял, ребята, зеленую камеру. Я не хочу попадаться. Я не хочу тревогу, поэтому давайте не этого мы не будем делать. Все, просто побежали дальше. Какая это уже комната, господи, я сбился со счету. Седьмая сейчас будет или шестая? Опять охранник, опять охранник. Так, ладно, вырубаем. Опа, здесь у нас. Так, здесь у нас так. Тихо-тихо-тихо, охранник идет сюда. Опа, давай, отрубили электричество. Здесь что? А, я там обрубил камеру. Да господи, прыгай ты, ты шо, утка? Давай прыгай, какашка. Так, вот здесь тихо. Смотри, висела камера, я ее отключил, свет выключил и все. Все работает, чики-пуки. А как вот этого обхитрить, охранника? А, я же тут могу спрятаться, точняк. Опа, давай, проходи. Давай, 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 опа. Молодчинка. Так, нажимаем, точнее берем карту, ребята. Блин, и надо назад вернуться. Назад в будущее. Все серьезно.
Ух ты, не допрыгнул. Может на лифт? Нет, я не могу на лифте, ребята. Блиндерский. Йоха ламане, йо просоте. Сяськи масяськи, турбыськи пубуськи. Дамбалям бомбалям, симба пимба. Мне нужно, чтобы вы кое-что перевели. Сяськи масяськи, турбыськи пубуськи. Дамбалям бомбалям. Что скажете? Есть, я прошел его. Так, отлично, открываем. Побег совершили! Юху! Ребятульки, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Бегом, 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 бегом. Кто еще не подписался, нажимайте на красненькую кнопочку. Быстро, быстро, быстро. Кто помнит, какой это уровень? Я не знаю, но мы с вами уже довольно-таки далеко дошли. Утка. Давай, не забывай прыгать нормально. Так, отключили электричество. Здесь нужна будет оранжевая карта. Мне нужно что-то делать здесь. Ага, вот. Есть, обрубил я камеру. Давай с тобой наверх. Ну что ты, утка? Кстати, утка такая накачанная. Утка-качок. Смотри, берем с тобой красную карту. Красные ворота у нас снизу. Открываем их. Тут нам нужно взять зеленую карту. Идем с тобой открывать зеленые ворота. И тут у нас с тобой оранжевая карта. И вот они, третьи ворота. Открываем их. И йоу, убегаем. Ю-ху! Так, продолжаем дальше. Это еще не все, ребят. Тут будет куча комнат. Опаньки, тут уже что-то серьезное нас с вами ожидает. Так, смотри, тут какой-то лазер бьет и... Еще электричество вот здесь. Аккуратно. Здесь нужна быть зеленая карта. Осторожно, высокое напряжение. Ага, вот это потоком. Так, берем красную карту. Вот она, красная карта. Так вот. Берем зеленую карту. Идем вот сюда. Так вот, тут прям опасно, ребята. Прям вообще опасно. Открываем зеленые ворота. Так, камера. Аккуратно. Нам нужно ее пройти аккуратно, чтобы нас не засекли. Прячусь. Быстрее берем желтую карту. Точнее, оранжевую. Прячусь. Чик-чик-чик-чик. Побежали отсюда, бегом, 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 блядь. Оу, щет! Я влип, меня ударило током. Капитулечки, капитульки. Так, начинаем заново, ничего. It was at this moment that he knew. He... Страшного, опять я влип. A few moments later. Так, я уже рядом, я уже на месте, я уже беру оранжевую карту. Все в порядке, я возвращаюсь. Вот тут прям аккуратно. Все, я иду сюда. Нет, точнее, мне нужно пока вниз, ребята. Вот тут, блин, прям опасно. Все, в порядке, прошли. Блин, тут какая-то синяя карта нужна. Не вляпаться бы в электричество. Этот уже уровень посложнее, я вам скажу. Так, беру деньжата. Беру синюю карту. Возвращаюсь обратно. Фу, есть. И избегаю из тюрьмы. Капец, это прям было жестоко тяжело. Так, вау-вау-вау. Мама мия, Санта-Лючия. Там две карты красные лежит. Деньжата берем, карта раз, карта два. Две карты я сразу взял, зашибись, это отлично. Открываем одни ворота, открываем, наверное, вторые ворота. Супер, что-то я отключил электричество. Беру зеленую карту, падаем сюда вниз, а там охранник. Мамочки, тихо, спокойно. Опа, давай-давай-давай. Оп, прячусь, тут еще и камера плюс ко всему. Капец, жескарь какой становится, ребят. Прям вообще, я вам скажу. Это вам не халям-балям. Блин, охранник идет, тихо. Кажется, он меня не видит. Спокойно. Спокуха. Стоим на месте. Сейчас камера отвернется. Все, побежали. Блин, теперь надо еще охранника дождаться. Быстрей! Так, у меня зеленая карта была. Есть, открыл. Так, а тут красная карта. Он до сюда не пойдет? Нет, не пойдет. Спокойно, все нормально, ребята, все пучком. А у нас все пучком. Та-та-та-ра-ра-та-та-ра-ра. Последний рывок, ребята, последний. Топарь, пока еще не выходим, нельзя. А вот теперь бежим. Лего, лего, лего. Let's go. Бегом, есть. Уу, 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 уу. Красава. Красава, что там говорить? Френды, я предлагаю на этом пока сделать стоп. Напишите в комментариях, стоит ли мне продолжать снимать вторую часть. Чем больше ваших комментариев, тем быстрее я сниму вторую часть. Поэтому Лего, Лего, быстрее пишите, если хотите продолжение. Ну, а я не знаю, какая это, кстати, уже по счету какой уровень. Наверное, где-то 10 или 11, потому что я с счету сбился. Простите, сорян. Жду ваши комментарии, лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Вы были на канале FFG TV.